Друзья, приветствую всех. Как я люблю по старой традиции, вот это пакетик из дубайского Apple Store. Знаете что-то? Сейчас расскажу и покажу. А там кабель Thunderbolt 4. USB-C на максималках. По цене 280 дирхам. Ну, я за него отдал чуть порядка 10 тысяч рублей. Сейчас он стоит чуть дешевле. На момент снятия видео, а это июнь 24-го, ну, сейчас можно за 7,5 тысяч купить кабель. Недешево, как обычно. Все от Apple. Дорого. Дорого, дорого, дорого. И не всегда это лучше. Но прежде чем мы начнем вот это все распаковывать, смотрите, здесь хвостик, кстати, по старой доброй традиции. Но сейчас опять отвлекаюсь. Хочу вас просветить, дорогие мои друзья. Загружаю табличку для понимания. Не так давно, а если быть точным, в 2008 году, хотя уже давно, блин, боже, какой я старый стал, а? Как мама-то, честно. Но опять я отвлекаюсь. Все, давайте о главном. Видите табличку? Там все легко и просто. Что USB 3.0 поддерживает скорость до 5 гигабит. А USB 3.1, который вышел в 2013 году, также поддерживает 5 гигабит. И USB 3.2, который вышел в 2017 году, это все одно и то же. Три названия, но стандарт один. Я не хочу технически вас сильно грузить, а так, по-обывательски. Потом вышел 3.1 Gen 2, 2013 год, до 10 гигабит. И позже вышел USB 3.2 Gen 2, также поддерживающий 10 гигабит. Это одно и то же. Ну а чуть позже вышел новый стандарт 3.2 Gen 2 X2. И он поддерживает 20 гигабит. Ну как раз последний стандарт 3.2 Gen 2 X2 Apple не поддерживает. Так что в пролете. И есть еще Thunderbolt. Там старых поколений я даже не хочу об этом говорить. А про новые есть Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4. Я, если честно, что-то разницы особо не понял. Одно и то же это, короче. Ну и USB 4. Там он поддерживает меньше вроде мониторов и скорость. Если с Thunderbolt 4 там заявлено 40 гигабит, то USB 4 могут скорость занижать. То есть там до 40 гигабит. По-моему, так. Теперь, когда мы поумнели слегка и понимаем, в чем разница, будем распаковывать. И еще добавлю, а сам разъем он один и тот же, то есть USB. Называется «Найдите отличие». Все Thunderbolt помечают молнии, а USB не помечают молнии. То есть смотрите, вот они. То есть физически USB-C он один, а вот что в нем внутри вшито, это уже другое. Вот посмотрите фото в разрезе Thunderbolt 4 изнутри. Вот почему он стоит $129. Так что тут, видите, тут всякие пайные контакты. Ну, специальный ресурс Lumen опубликовал разбор нового кабеля. И это не просто Thunderbolt, а это Thunderbolt 4 Pro. Короче, Thunderbolt 4 это на сегодняшний день, на 2024 год, лето. Это USB-C на максималках. Давайте распакуем, посмотрим. Так, хвостик. Что-то вот, короче, Apple уже не тот. Так, что тут? Сам кабель. Тут макулатура какая-то. И ни слова на русском. Ну и ладно. Не устану повторять. Нет санкций. Все купили, все есть, все работает. Давайте уберем вот эти. Типа экология. Раньше было. Хоть бы яблоки положили. Яблоки тоже сейчас выводят из этого. Вот такой он, смотрите, толстый какой. Тканевый. Вообще ничем не пахнет. И здесь тоже молния. А вот теперь мне интересно сравнить его с другим Thunderbolt третьего поколения по скорости. Интересно, что-то повлияет? Давайте мы подключим. Вот мой диск. Эту скорость я вам покажу, мы уже замеряли. А давайте подключим его Thunderbolt 4. Иди сюда. Подключаем. Такой длиннющий. Так, поехали. Да и не, ну все это шляпа. Одно и то же, что тот кабель, что этот. Поэтому я не для этого его брал. А у меня нету там ничего такого супер-пупер. Брал я его только исключительно для одной цели. Он поддерживает Power Delivery зарядку до 100 Вт. И как кабель в дорогу универсальный, чтобы, понимаете, закрыть тему, не думать там. То поддерживает, нет, он максимальный.
Я думаю, какой-нибудь там типа Базеус или Югрин что-нибудь тоже делает такое за более вменяемые деньги. Но я доверяю еще пока продукции Apple. И считаю, если денег не жалко, крайне годно. И рекомендую. Вот так. Надеюсь, я помог вам разобраться вот в этом дурдоме маркетинга. Что такое там USB-C 3.1, 3.2, 2X2, Thunderbolt и прочее. Желаю вам мега крутой скорости, удачи по жизни и до скорых встреч. А вы на канале Профон. С вами Кирилл.